Студенты Краснодарского политехнического техникума отделения дизайна на торжественном открытии форума представили свою коллекцию одежды. На разработку и пошив 8 костюмов начинающим дизайнерам-модельерам понадобилось около 4 месяцев. Все сами у нас как бы, ну, всему, то есть учат дизайнер по отраслям, то есть это и шитье у нас, и ручные работы, то есть все, что вот костюмы были, бисером обшито. Это все ручная работа, все студенты делали. Учащихся и преподавателей профессиональных общеобразовательных учреждений со всей Кубани приветствовали почетные гости. Участники форума развлекали собравшихся танцевальным флешмобом, творческими номерами. Организаторы, это Анапский колледж сферы услуг, он позволил нам в тренинговой работе, в проектной деятельности продемонстрировать все те возможности, которыми обладают именно эти подразделения. Иначе они раньше назывались малые учебные фирмы. В течение 3 дней студенты пройдут различные тренинги, подготовят визитки своих учебно-производственных подразделений, обсудят работу учреждения, обменяются опытом. Сегодня я уже познакомился с некоторыми ребятами по своей профессии, они уже поделились некоторыми советами со мной, то есть научили меня чему-то больше, чему я умел. Последним заданием для ребят станет разработка проекта нового предприятия. Этот опыт они используют для создания учебной фирмы у себя в колледже или техникуме.